Приветствую всех, ребятки! Вы на канале FrontBet, как всегда, с вами его ведущий Макс. И у меня на 30 сентября 2 будет матчика. Сейчас скажу, какие, блин, вот уже потерял, короче. Лига чемпионов, квалификация, ПАОК, Краснодар. И, конечно же, Суперкубок Германии, Боруссия, Дортмундская Боруссия встречается с Баварией. Азар не сыграет, Загаду не сыграет, Морей не сыграет, Пищек не сыграет, Шмельцер не сыграет. Это у Боруссии Дортмунд. И Кауси не сыграет у Баварии. Вот. Что из этого следует? Стадион, конечно же, Альянс Арена Мюнхен. Очень интересный будет матч. Тем более, это суперкубок. И в прошлый раз, по-моему, Боруссия выиграла у Баварии. И теперь баварцы будут мстить. Будут лететь вперед, хотеть отыграться. Чтобы бросить, как так сказать, какую-то ответочку. Ставить мы будем, конечно же, в БК Малбет. Наши друзья, наши партнеры на сегодняшний день самые лучшие, самые актуальные. Поверьте мне, я перепробовал уже практически всех. Остановился на Малбет. Кто хочет, кстати, перейти со своей на наших друзей контору, там будет вас удивлены, вы очень приятный подарок при регистрации на первый депозит, бонус будет вам 10 400 рублей, забирайте по промокоду FrontBet, ссылочка в описании под этим видео, первой строкой в наш твиттер переходите, и там все ясно изложено. Поехали. Боруссия Бавария. Бавария в прошлой игре одержала победу со счетом 1-0. Бавария до этого одержала победу у Боруссии со счетом 4-0. Но в 2019 году проигрывает со счетом 2-0. А прежде Бавария 5-0 разносит дортмундскую Боруссию, так сказать, пчелок. Вот. Сложно, да, судить здесь, конечно. Но я на стороне Баварии, ребята. Я не знаю, блин, риск, конечно, понятно. Во-первых, хочу взять здесь угловые Бавария, индивидуальный тотал Баварии, угловых больше 5,5, коэффициент 1,46. Ну и рискнуть на чистую победу Баварии, коэффициент 1,52. ПАОК Краснодар, ребята, ПАОК Краснодар, это квалификация Лиги чемпионов. ПАОК Краснодар. Ага. Краснодар, ПАОК сыграли в очной встрече в последней в этом году, вот недавно, со счетом 2-1. В местных чемпионатах, я не знаю, стоит лезть, не стоит. В принципе, там неплохие у них показатели. В общем, Краснодару нужно цепляться, нужно забивать, лететь. Ну а ПАОК дома по-любому должен будет отвечать, если не первый забьет. Лишь бы этот первый гол не сломил боевой дух у Краснодара. В общем, обе забьют, коэффициентик 1,8. Да, опасно, но а что делать? Это спорт, это риск. Оставайтесь с FrontBet.